На сцене Дворца искусств зажглись новые звезды. Вокал, театральное искусство, хореография. Интернациональный конкурс раскрывает разные грани юных талантов. Самый большой ажиотаж здесь среди певцов. Музыкальные композиции на любой вкус. Джаз, поп, классика. Обладатель главного приза получит сертификат на 2000 белорусских рублей на участие в наших проектах. Каждый участник получит обязательно специальный приз от редакции газеты «Шипокляк». Родиной звездочета считается Могилев. Несмотря на это, фестиваль колесит по всей республике. Так раскрываются не только таланты, но и развивается туристический потенциал. За награды на главной сцене Бобруйска борются свыше 1000 конкурсантов. Это вообще наш первый конкурс такого масштаба. Было как-то немного волнительно, но мы справились с этим волнением, вышли на сцену и спели. И в целом впечатления остались приятные. А для чего в конкурсе участвуешь? Для опыта, чтобы набраться опыта, конечно же. Ну и просто интересно попробовать себя. Показать себя, показать свой город, показать чтобы коллектив. Чтобы раскрывать свои таланты. Что есть талантливые дети, которые умеют петь, танцевать. Возможно, узнать и критику в наш адрес какую-то, узнать, может быть, минусы, а может быть, даже и плюсы. Околоконкурсная жизнь здесь тоже богатая. Мастер-классы, дегустация белорусской продукции, викторины и экскурсии. Каждый участник возит подарки, сувениры и массу впечатлений. Два вида мармелада и мини-зефир. Фестиваль «Бобруйский» организаторы смело называют самым сладким за всю историю. Один из партнеров конкурса – «Красный пищевик». Минуты славы на сцене певцам явно не хватает. Композиции здесь звучат буквально на каждом шагу. Запроси до себе незнаемых и сябров. Дай, дай словами, 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 дай нам знак. Ты белорус, нехай завсёды будет так. По итогам конкурсного дня гран-при между собой делят бобруйский дуэт «Грациоза» и вокальный ансамбль «Артмикс» из Могилева. А это в очередной раз доказывает высокий уровень наших коллективов. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, «Бобруйск 360».